Добрый день. Да, Кирюш. Спасибо. Спасибо за поздравление. Коле передам. Да нет, пока не приехал. Задерживается. Ну, не знаю. Наверное, за цветами поехал. Все-таки 15-летие свадьбы. Не можешь же он меня без букета оставить. Так лучше. У тебя такие нежные руки. Вот повыше немножко, вот здесь повыше. Да, к виску. Рози! Кажется, приехал. Давай, пока. Розик, у нас гости. Питер из Германии приехал к нам на симпозиум по правам человека. Гутен так, их бен Роз. Я говорю по-русски. Очень приятно. Как долетели? Долетел отлично. Правда, вот приземлились со второго захода, но Москва – ветреный город. Он только притворяется импортным. На самом деле наш. Петя из Рязани. Прошу. Здравствуйте, Розовик. Добрый вечер. О, ух ты, пахнет-то как. Ты волшебница. Откуда ты узнала, что у нас тут пусть? Гоша, посидишь с нами? Да нет, мне еще нужно тетради проверить. И, скорее всего, я сегодня вечером на дачу. Цветы надо полить, так что отдыхайте. Кира, привет, это Костя. Алло. Пропадаешь ты куда-то, алло. А, вот. Кир, слушай, у меня просьба к тебе. Можно у тебя переночевать? Да ничего не случилось, просто надо побыть одному. И к тебе занесло-то в Сочи. Фестиваль. Замечательно. А мне что делать? Куда мне податься-то? Дача? Дача – это очень хорошо, дача подходит. С Розой вместе с ним? Слушай, ну давай, давай, диктуй адрес, сейчас запишу. Эй, что вы тут делаете?
и ключ еще. Какой ключ? Запасной. Я сейчас соседей позову. Не надо никаких соседей. О, я уже все нашел. А ты что здесь делаешь? А я тебя знаю, ты Роза. Костя? Ты извини меня, пожалуйста, я Кире позвонил, ну, просил ее, чтобы она меня, чтобы мне здесь переночевать. Она разрешила. Да ничего страшного. Это в духе моей сумасшедшей подружки. Позвать на дачу бывшего мужа и не предупредить. Так. А ты изменился, я помню, такая прям рыжая вся была, сейчас такая. Ну, Лада сплыла. Значит так, не курить? Я не курю. Не шуметь. Я надеюсь, мне не нужно ничего опасаться. В каком смысле? Ну, я надеюсь, у тебя не появится в отношении меня никаких мыслей. А, нет, ты что, я все нормально. Да, спокойной ночи. Надеюсь, у тебя не появится в отношении меня никаких мыслей. Кому ты нужен, кроме собственного мужа? Что ты тут устроил? Я, кажется, просила не шуметь. Хотел просто чайник. У меня горло пересохло. Здесь все. В этом не вскипятишь. Он перегорел давно. Купить руки не доходят, а выбрасывать жалко. Спасибо тебе, добрая женщина. Извини, что я так много доставил тебе неудобств. Да ладно. Все равно спать расхотелось. Ну, давай рассказывай, как ты докатился до жизни такой. Кира, кстати, молодец, могла бы и предупредить. Пригласила, а мне ничего не сказала. Да, она забеглась. Ты же знаешь, какая у нее жизнь. Встречи, обсуждения, война с этим Гантелевым. С Гиреевым. Ну да, в общем, с этим критиком, как он. Ну, а Ивана ты давно видел? Недавно. Вырос, так и вытянулся. Худой такой. Несмотря на то, что 11 лет. 12. Да, скоро 12. Кира говорит, у него девушка есть. А ты сам жениться не собираешься? Ясно. Ну, а с работы что? Самолеты проектируешь? Ну, ты же, кажется, в Мэй учился, когда на Кире был жена. Я, Роза, самолеты не проектирую. Я работаю в конторе, которая их моет. А ты же, кажется, мечтал их строить. Жизнь изменилась, сделали предложение, не смог отказаться. Ну, а здесь ты как оказался в таком виде? В таком расписном виде? Что-то случилось? Да ничего не случилось.
Зашел в бар, начал выпивать. Как говорится, снял с ручника и понеслось. Все нормально. Подожди, а ты почему здесь? Это же Кирина дача. А мы ее на две семьи сняли. Подожди, а ты почему одна без мужа? Ты же вроде бы замужем. Замужем. На работе задержался. А он у тебя чем занимается? Он адвокат. Работы много. Всех он защищает, всем он помогает, всем сочувствует. Так. Ну, а ты? А что я? Я, как обычно, ученики, школа, тетрадки. Такие сумасшедшие люди. Ну, это же твое. Тебе дети всегда нравились. Ну да. Знакомых обзвонила, все морги, все больницы. Прости меня, пожалуйста. Колгановых помнишь? Они затеяли переезд, просили им помочь. Ну, я помог, а потом... Ну, сама понимаешь. А почему телефон не отвечал? Ты чуть с ума не сошла. Телефон у меня разрядился. Я никогда не забываю заряжать, а тут, ну... Ну, одно к одному. Ну, прости меня, пожалуйста. Пьяница. С тобой даже поругаться невозможно. Ну, ладно. Иди в душ, как будто под забором валялся. Ну, как там на даче? Все хорошо. Сделать себе кофе? Нет, спасибо. Может, чай? Ничего не хочу. Ну, расскажи, как прошло утро.
Ровно звонили с радиостанции, я отказался. Почему? Да какие-то странные типы, я к ним уже ходил. Говорить толком не дали, ведущий идиот. Все время передергивал. Видно, что балдеет сам от себя. Мерзость, а не передача. Слушай. У меня голова раскалывается, я не хочу слушать эту чушь. Так выпей аспирину. Ты же сама просила рассказать. Правда, извини. Голова болит. Ну, а ты вчера что делала? Ничего. Дома сидела, лечилась. А потом Куракин заглянул. И что? Ничего. Посидел со мной. Ты что, ревнуешь, что ли? Да хорош, как можно? Как можно ревновать Куракина? Это же... Он же поэт. Лермонтов тоже был поэт. Но это не помешало обманутому мужу убить его на дуэли. Так, не смей убивать Куракина. Он этого не перенесет. Ну и потом. Он же такой лапочка. Он как узнал, что я приболела, он со мной весь вечер просидел. Он меня чаем отпаивал, он мне рассказывал про физиогномику и даже показывал, как можно по чертам лица определить происхождение. Слушай, я даже не знала, что ты у меня такой Отелло. Лиз, выходи за меня замуж. Значит, долго простоят? Ну, недели две точно. Ну да, как же. Два дня, дай бог. Вы же гарантий никаких не даете, а сказать-то можно все, что угодно. Быстро завянут, у вас будут большие неприятности. Да. Открываю. Валь, собирайся! Ну, мам, я еще не доделала. У бабушки доделаешь. Привет, красавица. Ну, с такими волосами. Все мальчики твои будут. Вот и я говорю. А она хочет подстричься. Даже не вздумай, поняла? Валя, а ты почему с дядей Колей не здороваешься? Здрасте. Здрасте. Иди, тебя бабушка ждет. Моей не фертите. Спасибо, мой фараон. Неволин, смотри, какое забавное, а? Да, ничего красивого. Только для мелодрамы, для кино. А для ЗАГСа это как-то слишком. Ты знаешь, мне тут работу предлагают в КБ Соболева. Ты же знаешь, я давно мечтаю проектировать самолет. Ты опять с этой идеей, а? Мы же собираемся пожениться. Надо как-то налаживать быт. Хотели квартиру побольше купить. Не, ну ты же сам говорил, что мечтаешь о кабинете. Мечтаю. А помнишь, как мы с тобой на Максе познакомились? Еще. Папа вел переговоры. Я скучала. И тут появляешься ты. Такой смешной, потлатый. Предлагаешь посвятить мне самолет. А ты, похоже, думал, что неотразим. Эдакий сердцеед-романтик. Да.
Я тогда действительно был смешным. Да, сумасшедший, просто носился с этой идеей построить новый самолет, проектировать лайнеры. А теперь я кто? Мойщик самолетов. Неволен. Да никакой ты не мойщик. Не, ну в самом деле, что ты со шлангом, что ли, стоишь? Ты работаешь в перспективной фирме, которая занимается мытьем самолетов. Ты не просто работаешь, ты правая рука владельца. Ну, правда. Ты в любой момент успеешь поменять работу. Давай сначала поженимся, слетаем в свадебное путешествие, а потом подумаем. Да, Кира? Что случилось? Кир, у меня были планы на день. Давай ты его сама заберешь. Хорошо, я его привезу. Пока. Ну, что я могу сделать? Что? Вообще-то мы собирались провести выходные вдвоем. Собирались. А давай поедем выбирать платье втроем. Ты, я и Иван. Как тебе такая идея? А туфли мы тоже посмотрим? Ну, конечно. Ты знаешь, что ты очень красивый. У тебя глаза потрясающего света. Ты мне льстишь. Это у тебя потрясающие глаза, как у египетской царицы. Серые. Нашла время разговаривать про глаза моей жены. Прости. Я же должна знать, с кем мне приходится делить своего мужчину. Ты ее любишь? Да, очень. Ну, что за дурацкая манера? Сначала задавать глупые вопросы, а потом обижаться на ответ. Она замечательный человек и очень хороший друг. Опять? Ты очень хороший вариант. Светлова, помнишь? Он сейчас директор радиостанции, ему нужен помощник. Очень хорошая работа, правда? Мне нравится моя работа. Тоже мне работа. С пассажирами кокетничать. Я вообще не знаю, что ты там делаешь на своих эстафетных рейсах. А ты все-таки ревнуешь. Мы же с тобой договорились. Ты уходишь от Розы. А я бросаю работу и буду только твоей. Ну, ты же знаешь, не могу я ее бросить. Не могу. Мы 15 лет вместе. Она без меня пропадет. А я с тобой пропаду. Зачем тебе это надо? Жив бы один, никто не мешает. Нет, ну одному, конечно, хорошо. Ну, год-два. А потом от этого хорошо вообще выйти хочется и на стенку лезть. А чем тебе Лиза нравится? Она же хорошая. Ну, добрая, надежная. Ты когда на маме женился, тоже говорил, что она добрая, надежная? Так я и сейчас так считаю. Просто, ну, не получилось у нас жить под одной крышей. Да вы и прожили только с кепкой. С этой вот и то дольше. Ты давай на Лизу бочку не кати. Она никакого отношения к нашим проблемам с твоей мамой вообще не имеет. Вообще, я взрослый человек. Я имею право на личную жизнь и на капельку уважения. Ну как? О, ух ты! Да. Ты
Ты самая красивая невеста в мире. Ну, правда. Вань, ну, скажи. Мне кажется, оно тебя полнит. Хотя тут, наверное, платье ни при чем. Давай, иди в машину, жди меня там. Давай. Иди, давай. Иди, я сказал. Давай, давай, давай. Не обижайся, ну ничего. Ну, мальчишка, ну нет у него чувства юмора. Давай его быстренько отвезу, ты поезжай домой, а я к тебе приеду. Я пойду с тобой. Зачем? Опять сцепитесь? Что ты глупости говоришь? Это он ко мне цепляется. Я, между прочим, к нему совершенно нормально отношусь. И потом, нравится это твоему сыну, не нравится, я все равно скоро стану твоей женой. Ему так и так придется со мной общаться. Зачем тебе туда ехать? Ну, давай я его быстренько отвезу и вернусь к тебе. А я обожаю кататься. Я посижу в машине. Слушай, я не пойму, ты что, боишься, что меня твоя бывшая увидит? Или, может, ты меня стесняешься? Бабушкиному рецепту. Это первое, что я научилась готовить. Мне мама Костя подсказала. Кстати, Костя его очень любит. Да Костя в еде вообще не особо привередлив. Очень странно. А раньше всегда копался в тарелке. Может быть, это сказались годы холостяцкой жизни? А чем вы занимаетесь? Я вообще фрилансер. Пишу всякие заметки о моде, о современных течениях. Роза, ты прости, что мы так вторглись к тебе. Все хорошо. Ты иди, тебя хватится. Да не хватится. Они там пытаются переговорить друг друга. Роза, я сказать хотел... Ничего не говори. Считай, что ничего не было. У меня не получается не думать о тебе. Все тоже кланяется Западу. Как будто у нас не был Эйзенштейн, Рома, Тарковского. Как будто мы сами не знаем, какое кино нам снимать. Ты успокоишься когда-нибудь? Тетя Роз, так она никогда не успокаивается. А ты не влезай, когда взрослые разговаривают. И хватит кусочничать. Положи, сядь, поешь. Тоже взял моду. Ты стал совершенно неуправляемый, Иван. О чем я говорила? О Западе. Не знаю насчет фильмов, но вещи они делать умеют. Так, девочки, хватит о высоком. Давайте о шашлыках. Я не знаю, но мне кажется, что они травят нас идеологией. О, да у вас тут целый банкет. Ну, Коль, ты как раз вовремя. Нам Костя такие шашлыки пожарил. Садись, я тарелку принесу. Николай. Константин, это моя невеста Лиза. Здрасте. Кира. Привет. Ну, что будем пить? Вы говорите, что давно живете с моим мужем, но это просто физически невозможно. Почему? Вы сомневаетесь в способностях вашего мужа? Я не об этом. Просто Коля всегда занят. У него постоянно симпозиумы, командировки. А вечером он всегда дома. Поражаюсь женской близорукости. Перечислить вам все его командировки? Зачем вы мне все это говорите? У нас хорошая семья. Роза, я вас умоляю. У вас даже нет детей. Какая может быть семья? А мы с Коленькой любим друг друга. А вас он жалеет. Честно говоря, такому мужчине, как Коленька, нужна женщина яркая. Как вы? Ну, домработница ему точно не нужна. Я не домработница. Да, вы иногда преподаете. Коленьке с вами неинтересно.
Помните, в феврале он ездил на переговоры? Я ездила с ним. Посмотрите. Это мы в Италии. Тогда он вам сказал, что ездил на симпозиум. Хотите посмотреть? Там есть фотографии из Испании, Англии. Туда мы ездили с Валей. Какой Валей? Валя – это моя дочь. Коленька очень сильно привязался к ней. Роза, милая, не мешайте нашему счастью. Отпустите его. Никуда от себя ухожу. А по-человечески объяснить можно, что происходит? Да ничего не происходит. Приходила Марина. Какая Марина? Ты знаешь, какая? Будешь отрицать? Нет, не буду. Розик, ну, прости меня, я, наверное, не прав. Понимаешь, я так много работаю. Я ничего не хочу понимать. Я все исправлю. Не это трудно. Просто увлечение. Увлечение? Ты все это время жил с ней за моей спиной. Она показала фото. Как ты мог, Коля? Я полжизни потратила на твой комфорт. Я варила тебе супы, стирала твои дорогие рубашки. Я вообще забыла о себе, лишь бы тебе было хорошо. Знаешь что, я тоже не сидел все эти годы, а вкалывал как вол, в конце концов. Знаешь, чего стоят все эти склоки в судах? Ну хорошо, я оступился, да. Но ты можешь дать мне еще один шанс? Нет. Я тебе ничего не должна. Ты, наверное, забыл, как мы жили после свадьбы. Мы еле концы с концами сводили. И все это время, между прочим, я была рядом. Хотя, могла бы. Я была симпатичная, красивая. Ты, наверное, этого уже не помнишь. А теперь ты красивый, успешный. А я жалкая домохозяйка. Ты всех защищаешь, Коля. Кто меня-то защитит? Ну, чего? Тебя-то от чего защищать? От одиночества. И от твоего чудовищного равнодушия. Рози, это неравнодушие. Ну, не пойми, мне просто иногда нужно спрятаться, уйти в какой-то другой мир. Ты свободен, поэтому можешь уходить теперь туда навсегда. Что мне сделать? Ну, прости ты меня, что мне еще сделать? Да, ты всегда была мне самым верным другом. Вот именно, я тебе была всегда верным другом. Верным другом, уборщицей, личным секретарем, кем угодно, только нелюбимым. Ты настолько забыл, что я женщина, Коля, что я сама начала об этом забывать. Розя. Так, ну, с Арафлотом все понятно, а вот с Сибири может быть интересно. Нужно договариваться. Ты передавай дело Сергею, он парень толковый, думаю, разберется. Вы знаете, я сам этим займусь. Не понял. Ты же последнюю неделю работаешь. Ну, я как раз хотел сказать, что я передумал уходить. Как передумал? Ты же мечтал строить самолеты. Ну, я тут подумал, что мы с Лизой собираемся пожениться, завести детей. Нет, мечта это, конечно, хорошо, но сейчас не время. Костя, а когда будет время? Когда на пенсию выйдешь? И потом, мне кажется, это не ты подумал, а Лиза. Ведь это ее слова, верно? Алексей Иванович, я уже все обдумал, я пойду. Так сядь. Сядь. Ты думаешь, почему я тебя взял к себе? Потому что ты парень моей Лизы? Да если бы я всех ее ухажеров убрал сюда, я бы давно разорился, Костя. Я взял тебя потому, что ты такой же, как я. Только 20-летней давности. Я ведь тоже мечтал строить самолеты. Не сложилось. Сначала большой конкурс, а потом вообще все развалилось. Копеечные зарплаты в НИИ. И Лизина мама меня убедила, что синица в руке лучше, чем журавль в небе. Ну, может быть, она и права. У вас солидная фирма.
Да и сфера деятельности та же. Да. Но я-то до сих пор жалею, что не попробовал. Костя, я знаю свою Лизу. Я люблю ее. Я волнуюсь, будешь ли ты ее любить лет через 10, когда поймешь, что из-за нее ты похоронил свою мечту. Он посуду помой. Совсем обленилась. Чего ты второй день такая? Какая? Такая. Может, объяснишь? Что именно тебе непонятно? Да, собственно, ничего непонятно. Чего ты хотела добиться? Какое право ты имела лезть в мою жизнь? Какие у меня вообще есть права? Ты держишь меня как любимую игрушку. Неужели ты не понимаешь, чего я действительно хочу? Здравствуйте, Коля. Валь, ты, кажется, к Юле хотела сходить. Милая моя, мы 1000 раз это все уже обсуждали. И к чему мы пришли? Ты вечно твердишь, что тебе жалко твою жену. А кто пожалеет меня? Ты ревнуешь меня, не отпускаешь меня на шаг. Сколько лет мне тебя ждать? 5? 10? 15? У вас, конечно, цвет был жидковатый. И, понимаете, потом тут неприятный такой оттенок. Нет, я ничего радикально не менял. Просто добавил немножко цвета, добавил объема. Вот. Вот славненько, по-моему, получилось, да? Теперь я вам расскажу, как правильно укладывать. Угу. Смотрите, значит, на влажные волосы каким-нибудь жидким кондиционером побрызгали. Руками все это массировали. Да, да, Лиз, я все прекрасно помню. К 7 часам я за костюм. Нет, то есть к 7 я в типографию за приглашениями, да. А к 8 за костюмом, да. Да, 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 я все прекрасно помню. Целую, пока. Согласиться ли... Ты знаешь, мои друзья, они ищут репетитора для своего ребенка по английскому. Но я вспомнил про Розу. Дай, пожалуйста, ее телефон. Секунду. Хотел сказать? Да. Да, я... Я придумал крылья. Ты понимаешь, я придумал новые крылья. Да, но крылья придуманы давно. Нет, 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 это мои крылья. Это крылья моего будущего самолета. Красивые. А почему они в обратную сторону? У них обратная стреловидность, и они оптимизируют распределение давления. Ну, на самом деле, это просто, но долго объяснять. Я бы выпила кофе.
хорошо получается. Не так сложно. Как и танцевать. Ты любишь танцевать? Я не умею. Да? Угу. Ну, так я тебя научу. У тебя есть невеста. А у тебя муж. У меня муж. И еще я тебя старше. Года на два, да? На пять. Ты врушка. Еще я тебе ничего не знаю, Неваль. А что ты хочешь обо мне знать? Я хочу знать о тебе все. Я бывший муж твоей подруги. Угу. Еще я авиаконструктор, который сейчас занимается тем, что моет самолеты. А почему ты их моешь? Ты же всегда мечтал их строить. Звали я. Я отказался. Почему? Время не пришло. И когда будет время? Когда ты пойдешь на пенсию, да? Ты знаешь, совсем недавно один очень умный человек говорил мне то же самое. Значит, я очень умная. Открываешь. Ну, ты представляешь, уснула. Ну, конечно. После такого. После какого? Так, Роза, хватит маскироваться, я все знаю. Кира, так ты что, знаешь про меня? Да. Откуда? Он сам рассказал, позвонил и выкладывает. Да еще плачет. Такого наворотил. Я вообще считаю, что ты должна была мне сразу все рассказать. Ты что, считаешь, что я должна была защищать этого негодяя? Почему же он негодяй? Потому что по глазам видно, что он ни одной юбки не пропустит. Ну ты что, это правда? Конечно. Так ты на меня не злишься? Ну а почему я должна на тебя злиться? Господи, у меня что, родственник? Да я этого кобеля видеть не хочу. Бедная, да как же ты жила-то с ним? С кем? С Костей. С Костей? С каким Костей? С Неволиным. Неволин? А при чем тут Неволин? Ну ты сама сказала, что он ни одной юбки не пропустит. Кто? Неволин. Господи, да я про вас с Николаем. Причем тут Неволин, я не понимаю. Кира, спасибо тебе. Мне так нужна была твоя поддержка. Да, а что это? Да это кошки, наверное. Неволин-то ангел воплоти. Он такой педант, он когда из дома выходил, обратно сразу же бежал. Привет.
Ребяточки, как у вас дела? Все хорошо? Отлично. Ура. Так, мы через 15 секунд начинаем. Сейчас начнется перформанс. Соска, мне очень неудобно. Я до сих пор не знаю, что такое перформанс. Боже мой, я выхожу замуж за дикаря. Слушай меня внимательно. Перформанс – это художественное действие, в котором исполнитель использует свое тело, чтобы... Подожди, Куракин, что, собирается стриптиз танцевать, что ли? Иволин, ты просто не подражай. Бессонница, ты победила. Ты до утра меня водила по коридорам темным и пустым. Бессонница, открой мне дверь. Завоет дверь, зверь. Рассвета чуя неизбежность. Люся Чигис, очень талантливая художница. Слушай, а чего они там ползают? Рисуют чудо. Она вообще кого изображает? Зверя, который предчувствует неизбежность рассвета или непосредственно бессонницу? Найди разгадку. Разгадку ты найди, о человек. Найди вопрос и подбери ответ. Я наравне со всеми готов тебе слушать. От ревности сухими губами ворожить. Чудесно, правда? Все-таки Роберт это гений. Тебе нравится? Ничего. Только я не понял, а при чем здесь Мандельштам? Какой Мандельштам? Какой? Осип Емельевич. Российский, ну, советский поэт. Даже он написал: «Я наравне с другими хочу тебе служить». Ну, не знаю, значит, у ребят такой замысел был. Чего ты прям тебе не угодишь? Дикарь настоящий. Да твой Куракин – плагиатор. Нет, ну ты признайся, что просто ничего не понимаешь в искусстве. Признаю. Но твой Куракин все равно плагиатор. Ну взял бы он что попроще, а то замахнулся на Мандельштама. Ну ты пойми, что Мандельштам – это форма, а Куракин как раз это содержание. А, вот так вот, да? Да. Ну это как раз тот единственный случай, когда форма интереснее содержания. Это настоящий дикарь. Словом не пересохших уст. Без тебя мне снова дремучий воздух пуст. Господи, как же поздно ты мне сделал предложение. Сейчас в моде сплошные платья-колокольчики, а мне такие, ну, совершенно не идут. Хотя, ты знаешь, я придумала. А что, если заказать не платье, а брючный костюм, а отделку к нему из органзы, еще шляпку? Да, пожалуй. Лиза. Я сволочь, я скотина. Мне нет прощения. Да ладно, не больно, я тебя уже простила. Лиз, я не могу на тебя жениться. Ты чего? Эй, ты обиделся, что я тебя дикарем назвала? Я ж пошутила.
тебя есть кто-то? Кто она? Она замужем. Да она никогда не уйдет от мужа. Да вообще не в этом дело. И не об этом речь. Подожди, а как же наша свадьба? Лиз, я не смогу сделать тебя счастливой. Ты понимаешь, мы разные, мы не подходим друг другу. Ты такая блестящая, яркая, тебе хочется поблистать, потусоваться. А я думаю о семье, я хочу детей. Ты же никогда не хотел детей. Ты тебе не предлагал, я захочу. Нет, Лиз, все. Ты понимаешь, это как наваждение какое-то. Я о ней все время думаю, я ее люблю. Роза. Костя. Костя. А я тебя жду. А я от невесты ушел. Я тоже от мужа ушла. Подожди, а почему ты мне ничего не сказала? Потому что не хотела портить тебе Красиво? Знаешь, я тут обнаружил? У меня нету друзей. А. Можешь себе представить? Я человек, который всю жизнь защищал людей. У меня, оказывается, нету друзей. Совсем. Вот ты, к примеру, ты мне друг? Правильно. Не друг. А где мои друзья? Вот, к примеру, Розита. Она мне тоже теперь не друг. Помнишь Розиту, Гоша? Она мне больше не друг.
Что ты примерно на это скажешь? Скажу, что вы, Николай Сергеевич, большой человек. Чужие, если большой человек, а где же тогда мои друзья-то? У меня тоже, к примеру, нет друзей. Но зато у вас блестящая голова, и вы обязательно что-нибудь придумаете, чтобы вернуть Розу Витальевну. Верну. А что? Ну-ка иди подожди меня в машине минут 20. Все. Погуляли, пора домой. Все. Роза, собирайся. Где твои вещи? Поехали домой. Хватит чудить. Я никуда не поеду. Почему? Потому что не хочу. А что ты хочешь? Чтобы я валялся у тебя в ногах и вымаливал прощение? Нет. Тогда чего? Я ничего не хочу. Ты лучше уезжай. Ну да, я виноват. Просто я оступился. Но ты взрослая умная женщина. Ты должна меня простить. Я тебя прощаю, но я к тебе не вернусь. Я люблю тебя. Мы с тобой 15 лет прожили вместе. Ну что, вот так все и порушить? Ну да, у меня был роман, но все это в прошлом. Хватит уже, правда. Прости меня и поехали домой, ты мне нужна. Коля, я подала на развод. Да какой развод? Ну ты что, дурочка, что ли? Я же адвокат. Я оставлю тебя без денег и без квартиры, тем более, что я ее заработал своим трудом. А я разве у тебя что-нибудь прошу? Чего ты так меня ненавидишь? Ох, я дурак. Какой же я дурак, что так тебя не ценил. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Ну, что мне еще сделать? Ну, хочешь ребенка? Ну, хочешь, наймем суррогатную мать, она родит тебе ребенка. Кого ты хочешь? Мальчика, девочку? У тебя кто-то есть? Кто он? Я его знаю? Какая разница? Большая! Ты моя жена! Я хочу знать, кто спит с моей женой! Слушай, Коль, давай не будем об этом. Тебе ли меня упрекать? У меня это была маленькая интрижка, которая прошла и закончилась. А ты открыто с кем-то сожительствуешь. Ненавижу. Ведешь себя как шлюха. Хотела меня отомстить? У тебя получилось. Висел на стуле, когда я приезжал сюда последний раз. Еще был в гостях этот Костя, бывший Киркин муж. Вот тварь. Это она с ним спуталась еще до Марины. Гадина. Вот найти бы его до... Спокойно. Нет, кулаками дело не поможешь. Хотя найти, конечно, можно, и что я ему скажу? А? Что делать в такой ситуации? Денег дать. Ты гений. Дам-ка я ему денег. А если не возьмет, если он принципиальный, так это еще проще. Принципиальных надо на жалость брать. Все, поехали. Куда едем? Домой? К Марине, мне нужно с ней поговорить. Собирайся к бабушке, сейчас дядя Коля придет. Мам, можно я с вами посижу? Ах.
Вот женится на мне дядя Коля, тогда и посидишь. Собирайся. Котик, что-то случилось? Да, случилось. Роза подала на развод. Ну, это же хорошо, котик. Мало того, она завела себе любовника. Печет-то как? Как бы язва не открылась. Пил? А. Ну, зачем ты пил? Ты же знаешь, что тебе нельзя. Господи, Марина, я не для того пришел, чтобы ты учила меня жизни. Ты слышишь, что я говорю? У Розы кто-то появился. Ну и что? Я не понимаю, почему это тебя так раздражает. Потому что она моя жена. Какие же мужики все предсказуемые. Ведь если бы она умоляла тебя вернуться, ты бы и в сторону ее не посмотрел. Она первая решила подать на развод. И это тебя взбесило. Послушай. Ты внушил себе, что любишь свою Розу Мимозу только после того, как она первая решила подать на развод. На самом деле она тебе не нужна. Неправда. Я всегда ее любил. А я? Кто для тебя я? Да перестань ты! Это ты во всем виновата. Из-за тебя моя семья разрушилась. Это все ты сам. Ты сам теряешь своих близких, потому что никого на свете не любишь. Неправда. Я люблю людей. Я их защищаю. Знаешь, скольким людям я помог? Котик, ты не из-за любви им помогаешь. Ты же нарцисс. Ты настолько ошалел от собственного образа, что никого вокруг не видишь. Ты готов защищать всех, кроме своих близких. Я вот одного не понимаю. Я уважаемый человек. Меня знает полстраны. В конце концов, я самостоятельный, обеспеченный мужчина. Какого дьявола меня поучает какая-то стюардесса? Ты самостоятельный мужчина? Ты кого-то обманываешь? Ты мальчик, которого сверстники не взяли играть в казаки-разбойники, и поэтому ты полон желчи. Да, ты подрос, у тебя дорогой костюм, крутая тачка. Но ты как был мальчиком из советского прошлого, так и остался. И Роза твоя к тебе не вернется, потому что ты не умеешь любить. А женщину надо любить и говорить ей об этом. Иначе она перестанет быть женщиной или уйдет к другому. Твоя Роза прошла и ту, и другую стадию. Она сначала перестала быть женщиной, потом шла к другому. За что, кстати? Я ее зауважала. Надеюсь, ее новый мужчина будет гораздо лучше тебя. В общих чертах сохранить особенности аэродинамической компоновки и взаимного расположения основных агрегатов. Да, обводы крыла мы не меняем. Так, меняем головную часть фюзеляжа. Усиливаем крыло, вертикальное оперение, но без подблучных гребней.
жалеть конструкции. Тут надо подумать. Надо подумать. Да. Кто? А, да, Николай, да, помню. На даче у Розы и Киры. Я слушаю. Да нет, а в чем дело? О чем? Ну, хорошо. Понимаете, Костя, мы прожили с Розой 15 лет. Да, Роза говорила. Возможно, у нас не все было гладко, но называть наш брак неудачным я бы не стал. Я вам сейчас скажу одну глупость. Но вы меня поймете. Вы готовы прожить с ней всю жизнь? Я готов. Вы уверены? А вдруг вы ошибаетесь? Вы же уже были женаты на Кире и ее подруге. Вы когда оформляли с ней брак, тоже, наверное, думали, что это навсегда, на всю жизнь? Да, конечно. Ну вот видите. А я прожил с ней 15 лет и готов прожить еще в два раза больше. Вы вот сколько вместе? Полгода? Год? Полтора месяца. Но это же не срок. И вообще, главное, мне кажется, чтобы она не разочаровалась во мне, а я этого не допущу. У нас будет семья, мы родим детей, будем их любить и будем их воспитывать. Так вы хотите детей? Да. Тогда у вас проблема. Роза не может иметь детей. Она не рассказывала, сколько сил и средств мы потратили на то, чтобы ее вылечить. Да, конечно, она мне все рассказала. Мы возьмем приемных детей. Костя, вы должны понять, вы с ней просто прохожие. Вы случайно встретились и случайно разойдетесь. А мы прожили с ней 15 лет. Но если у вас есть силы, оставьте вы ее. Хорошо, я подумаю над вашими словами. Благодарю вас. Целый месяц. Теперь голодать не будешь. Но ты все-таки не задерживайся и так бросаешь меня на целую неделю за свои стажировки. Солнышко, ну не рви ты мне сердце. Ну, ты же знаешь, я не хочу никуда уезжать. Хочешь, я никуда не поеду? Хочу. Ну все, я никуда не еду. Ну ты поезжай. Ну что еще, ешь давай. Я очень тебя люблю. Никого никогда так не любил. Будь моей женой. Неволен, ты мне что, предложение делаешь? Да. Но ты хорошенько подумай. Сможешь ли ты со мной прожить всю жизнь? Готова. Подожди, подожди. Ты подумай хорошенько. Я же не подарок. Да? А что в тебе не так? Ну, во-первых, я был женат на твоей подруге. Ну и что? Вздорный характер через постель не передается. Ну, тебя не смущает разговоры, что вот, жил с одной, потом не получилось, пришел на ее подругу? Меня не смущает. Это все, что тебя тревожит? Я не богат. Я теперь простой рядовой инженер. А мне 40 лет в обед. Что случилось? В общем, если ты надумаешь вернуться к своему мужу, я пойму и не обижусь. Подожди, ты что, говорил с Николаем?
Неволен. Я 15 лет была замужем за правозащитником, который мне изменял. Мне врали так искусно, что твое вранье — это детский лепет. Ты говорил с ним? Да. И что он сказал? Сказал, что со мной ты не будешь счастлива. Все? Ну, так, в общих чертах. А еще он сказал, что я не могу иметь детей, да? Ну да, он что-то такое говорил, я не придал тому значения. Но ты же знаешь, у меня есть Ванька, мне его вот так хватает, я и с ним-то не справляюсь. Нет, я пробовал быть отцом, но пока не получается. Послушай, я очень тебя люблю. Ты мне нужна. Рыба. Рыба, рыба. К чему будет? Так у меня где-то сонник был. Так. Рыба. Если женщина видит во сне рыбу, то это символизирует ей о том, что у нее будет ребенок. Не может быть. До свидания. 4 недели. Кофе на плите, бутерброды в холодильнике. Тут вам газеты, письмо какое-то. Че, это из суда? По делу Тюрина? Нет, ребят. Тюрина я вам не отдам. Явиться в суд. Развод. Тварь. Как она могла? А этот? Я подумаю над вашим предложением. Николай Сергеевич, переходим к плану Б. Ку-ку, это я, привет. Слушай, ну что, собрала Ивана? Смотри, что я придумала. Сначала у нас картинг, потом кафе. Кир, чего мы в дверях стоим? Можно пройти? Ты чего? Что случилось? Мне звонил Николай и рассказал про вас с Неволиным. Но ведь это же неправда. Это правда.
правда? Кира, прости, все произошло так быстро. Что произошло так быстро? Ты слишком быстро спуталась с моим бывшим мужем? Или ты слишком быстро привыкла к измене своего и нашла себе Кира, другого? Кира! Что Кира? В Москве 11 миллионов человек! Тебе нужен был мой бывший муж? Кира, это все не так. А как? А как? Ты всегда была ко мне снисходительна, но я живу своей жизнью. Я тебя об этом просила. Кира, неправда, я тебя всегда поддерживаю. Да, ты поддерживала меня. Ты давала мне денег, когда мне это было необходимо. Это была твоя поддержка? Ты никогда в меня не верила. Я твоя подружка, такая сумбурная, такая необъяснимая, такая сумасшедшая. Кира, за что? За что это я должна тебя спросить? За что? За что ты меня так ненавидишь? Или нужен был неволен? Кира, родная, мы с тобой столько лет вместе. Ну о чем ты говоришь? Иди домой. У тебя нет подруги. Да, Лиз. Привет. Сейчас, прости, секунду, вторая линия. Да, слушай. Николай, одну минуту. У меня человек там на первой линии, секунду. Да, Лиз. Слушай, да это не к спеху, живи сколько хочешь. Слушай, я только что с самолета устал, как собака. Давай завтра. Завтра после обеда. Пока. Да, Николай, слушаю. Послушайте, Николай, я обдумал ваше предложение, я ее не оставлю. Я только что с самолета. Давайте по телефону все обсудим. Хорошо. Что вы хотели обсудить? Какие-то проблемы с разводом? Проблема только одна. Разводиться я не собираюсь. Ну, это ваша проблема. Все равно придется. Мы же не в средние века живем, когда церковь запрещала разводы. Ну что, давайте поговорим откровенно. Я серьезный человек. Я знаю, чего я хочу. У меня есть к вам деловое предложение. Подождите, дайте мне договорить. Не перебивайте. Возможно, оно покажется вам шокирующим, но если вы подумаете, то поймете, что все не так ужасно, как кажется. Если вы примете мое предложение, у вас появится много новых возможностей. Например, купить себе новый костюм. Новую машину, современную. Или попутешествовать по загранице, посмотреть мир. У вас появится много новых впечатлений, женщин. Кажется, я понимаю, о чем вы. Сколько? 50 тысяч. Долларов, разумеется. Ну, это как-то несерьезно. Несерьезно. Хорошо, 75, но это все. Жадный вы какой-то. Да черт с вами. 100. Ну, считайте, что вы меня разорили. Ну, согласны? Нет. Хотите, секрет открою? Перед нашей встречей я говорил с Розой. Я ей сделал предложение, и она согласилась. Она не могла согласиться. Она пока еще моя жена. Она моя жена. А свою жену я не продаю. Что, издеваешься надо мной, мальчик? Берешь деньги или нет? Да пошел. Теперь его временно изолируют. Потом суды, то все. Какое-то время будет подальше от Розы. А я пока что-нибудь придумаю. Мне сейчас нужна твоя помощь. Георгий, привет. Здравствуйте, Роза Витальевна. У вашего мужа проблема. Что случилось? У Николая Сергеевича приступ. Возможно, открылась язва.
Он в больнице? В том-то и дело, что он не хочет в больницу. Он хочет видеть вас. Говорит, он умрет, если вы не приедете. Гош, я не могу. Нет, ну я правда не могу. Он умрет. Вы же его знаете, он упрямый. Ну хорошо, ладно. Я сейчас соберусь. Что с вами, Роза Витальевна? Роза Витальевна, что с вами? Живот. Тихо, тихо, давайте я вас в больницу отвезу. Гош, найди, пожалуйста, Костю. Хорошо, хорошо. Коля, что с ребенком? С ним все хорошо. Как-то это несправедливо, правда? Мы столько раз пытались с тобой зачать ребенка, а ты от другого. Это бесполезно. Я с ним говорил, он решил вернуться к бывшей невесте. Это неправда. Правда. Я говорил с ним. Он просил не звонить ему, чтобы не беспокоить девушку. Это будет только наш ребенок. Только наш. Я буду очень хорошим отцом. Коля, я не люблю тебя больше. Родная моя, пройдет совсем немного времени, и ты все забудешь. Ну вот, сейчас поедем домой, теперь все будет хорошо. Вон такси. Такси? А где Гоша? Не знаю, куда-то пропал. Костя. Костя. Не надо, Николай Сергеевич. Ты что, меня остановишь? Надо будет, остановлю. А лучше сами их отпустите. Разве не видите? Так надо. У нас ребенок будет. Я знаю. Ты рад? Или ты не рад? Ну, кто тебе сказал эту чушь? Ну, конечно, не рад. Ты говорил, что ты не хочешь иметь детей, что тебе Ивана достаточно. Что я должен был сказать? Что ты мне вот такая не нужна? Костя, ты такой хороший. Гош. Спасибо тебе. Да не за что. Спасибо. Это ты осторожно, он очень тяжелый. Разве? А я не заметил. А вы спортсмен, да? Ага. В прошлом. Я такая дура, вместо того, чтобы подруге счастья пожелать. Да ладно, не переживай, пойдем. Кир, ну ты досмотри его до конца, потом спорь. Последний фильм «Путь» Вуди Аллена – шедевр. Гиреев, ты не прав. Я с тобой не соглашусь. Скажите, пожалуйста. Во-первых, в нашей стране его юмора не понимают, а во-вторых… Скажите, пожалуйста, а вы дома тоже вот только о кино спорите? Да хватит вам спорить. Кино – это искусство индивидуальное. И для каждого оно свое. Тогда давайте выпьем. Ваня недалеко. Спасибо.
Если вы влюбились в женщину, по-настоящему, вам не важно, какой у нее социальный статус, доход, возраст. Ведь любит не за деньги, не за квартиру, не за возможность карьерного роста. Любит женщину. Ну, а иначе это не любовь.